Контейнеры свежесть с вакуумным насосом. Дорогие телезрители, это 3 в 1. Сейчас расскажу. Оля, ты сейчас считай всю выгоду. Вы получаете насос в комплекте и, конечно же, три прекрасных контейнера. Вот мы уже подготовили, дорогие телезрители. Давайте сейчас перейдем сюда плавно. Это мы сейчас вам продемонстрируем, что в них положили. Итак, Олег, мы не можем вот так, надо сразу телезрителям сказать так, о том, что же уникального в этих контейнерах. А уникального следующее. Абсолютно уникальные. Олечка, дело все в том, что обрати внимание, пожалуйста, на толщину вот этого стекла. Так. Это не пластик, который впитывает запахи. Это настоящее жаропрочное и, конечно, хладостойкое стекло, как я правильно сказал. Что это значит? Это означает то, что это стекло с легкостью выдерживает температуру плюс 250. То есть его можно брать на Луну. Космос! Запомните это! А и минус 30 градусов, дорогие друзья, тоже можно отправлять в морозилку. А главное, Оля, ты рачительная хозяйка. Вот скажи, пожалуйста, удобно ее складывать? Ну, давайте посмотрим. Вот. Да, друзья, действительно очень удобно. Посмотрите. Слушайте, а какие формы? Во-первых, разные. Даже если бы это были просто формы для запекания, они бы уже были здоровскими благодаря, конечно же, объему и форме. Но это не формы для запекания. Да. Точнее, не только. Это и контейнеры для хранения, и для запекания. И для заморозки. Совершенно только верно. Представьте, это 3 в 1 за 990 рублей. То есть вы экономите не только пространство на кухне, вы экономите просто кучу денег. Совершенно верно. Олечка, у меня к тебе сразу вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя дома есть контейнеры? Ну, конечно. Пластиковые. Вот сейчас скажи, и пластиковые, признайся. У меня есть и пластиковые, у меня есть еще стеклянные. Вот знаете что, дорогие телезрители, я объясняю, почему вам надо приобретать именно вот эти контейнеры. Потому что это стекло. Помните, я всегда говорил нашим телезрителям, что стекло это долговечность. Вечно. Оно не впитывает запахи. Кроме того, внимание, это стекло еще жаропрочное. Можно отправить в духовку и... посмотрим. Да, давай совершенно верно. Духовку, слушай, ну давай сначала продемонстрируем. Наши думают телезрители, что они получают только контейнеры с крышками. О. А вот нет. Я передвигаю это сюда. В комплекте входит насос. Смотрите, у меня сейчас подготовлен вот такой салат. Оль, я тебе сразу говорю, ты знаешь, что салаты всегда быстро портятся. Ну, через 2-3 дня. Постоит. Смотрите, здесь как устроен наш контейнер. Во-первых, великолепная крышка с силиконовой вставкой. Мы это закрываем, вот эти ушки, которые плотно закрывают. Насос, который идет в комплекте. Внимание, а теперь смотрите, что я сейчас делаю. Этот насос, смотрите, как даже у нас ушки приоткрываются, и мы выкачиваем воздух. Оля, а для чего мы выкачиваем воздух? Слушай, ну я так понимаю, что долговечное хранение. Да, конечно, мы выкачиваем воздух, потому что уничтожаем там бактерии. Бактерии, жучки не могут жить без воздуха, а наш контейнер создает свежесть. Вот смотрите, я еще раз показываю, Олег, я держу за подожди, ушко. Но долговечное это такое растяженное понятие, можно какие-то конкретные цифры? Ты знаешь, какие конкретные, но до 18 до 20 дней ты можешь хранить сыр, масло, ты представляешь? Ого. Это идеальное хранение. Но и это еще не все. Оля! Не забывай, кстати, новые телезрители, те, кто сейчас подключился, может быть, вы пропустили, это 3 в 1. 3 в 1. Мы их храним, мы их запекаем и замораживаем. Замораживаем. И все это за 990 рублей. Цена уже с учетом скидки, будьте, пожалуйста, внимательны. Прекрасное стекло можно использовать в духовке. И отправить в морозилку. Морозилку покажу чуть позже. Смотрите, картошка с сыром не схватить, не схватить куда-то. Давай. Да, это я... извини. Я уж не вижу, я просто здесь говорю. Смотрите, я использую 200 градусов. А теперь стоп, не убираем отсюда. Рядышком у меня здесь, смотрите, я открываю... Диапазон температур да. Какой, с и ума вот сойти. Оно в стекле. В стекле заморожена рыбка, а со стеклом ничего не произошло. Помните, когда заливаете вот этот опыт на химии, заливаешь банку воды, кладешь в морозилку, и она трескается. Здесь да, не произойдет. Олег, я хочу показать третий способ, что мы храним, но я не знаю, как открыть, открыть. Эту крышку. Молодец, дорогие телезрители, вы видите совершенно... Оля, не надо, подними, смотри, опускай, смотри, как это делается. При помощи этого клапана, который здесь встроен, мы приоткрываем, воздух попадает туда, и мы приоткрываем. То есть у нас свежий... Свежие продукты остаются долго. Посмотрите, вот оно 3 в 1. Мы с вами храним. Мы с вами замораживаем. И мы с вами здесь... Аккуратно. Мы здесь же с вами запекаем. Вы только представьте себе, какая это экономия. Дорогие друзья, если вы еще не совершали с нами покупок, именно я, вот лично я рекомендую начать с этих контейнеров. Потому что это очень выгодная покупка. Она редкая, ее в магазинах редко встретишь. Плюс ко всему, друзья, вы сегодня ничего не оплачиваете. Оплата только при получении. Один бесплатный звонок. 8 800 301 60 90.